Всем привет, друзья! Меня зовут Тимофей Кирин, и мы с вами будем учиться играть рок-н-ролл. Итак, вначале я хотел бы сказать пару слов о системе, по которой мы с вами будем заниматься. В ее основе лежит фразировка, то есть произвольное исполнение музыкальных заготовок, каждая из которых длится 2 или 4 такта. Базовый курс включает 30 фраз, 24 коротких и 6 длинных. Разумеется, не стоит ограничиваться мнением, что импровизация включает в себя исключительно механическое исполнение этих самых фраз. Их следует чередовать с мелодичными частями, которые сочиняются непосредственно в момент импровизации, а также, например, с частями секвенций, к примеру, трех-четырехшаговых, основанных на соль-мажорной или на соль-минорной пентатонике. Ну что ж, теперь поговорим о гармонии. Гармоническая основа рок-н-ролла — это 12-тактовый блюзовый квадрат, состоящий из трех мажорных аккордов. В нашем случае это соль мажор, до мажор и ре мажор. Тональность в нашем случае соль мажор. В квадрат будет входить 5 двухтактовых фраз. Последняя фраза будет снабжена особой дополнительной частью для того, чтобы заполнить весь квадрат и создать ощущение законченности музыкального предложения. Сами фразы основаны на нескольких ладах. Это соль мажорная пентатоника, соль минорная пентатоника, хроматическая гамма, а также гармонический соль мажор. Каждую из фраз я адаптировал под любой из трех этих аккордов, а это значит, что одной фразой можно обыграть весь блюзовый квадрат. Это поможет нам как можно быстрее запомнить все фразы. Ну что ж, приступим к разбору фразы номер один. Теперь разберем эту фразу в медленном темпе. Она начинается с ноты соль на пятом ладу на четвертой струне, которую мы играем третьим пальцем. Затем берем на третьей струне ноту си бемоль, указательным, а вторым пальцем с помощью приема pull on берем ноту си. Затем на первой струне на третьем ладу берем ноту соль. Вот что получается. Потом на второй струне третьим пальцем на пятом ладу берем ноту ми. Возвращаемся на первую струне на соль на третьем. Вместе. Потом делаем подтяжку третьим пальцем. На второй струне от ноты фа на шестом ладу на тон вверх. И опять берем ноту соль. Подтяжка. Потом подтяжка на первой струне на шестом ладу, маленькая, на четверть тона. И опять возвращаемся на соль. Потом пятый лад на второй струне, третьим пальцем, нота ми. И маленькое барре на первой струне, на первой и на второй, на третьем ладу. Вот, указательным пальцем. Вот и вся фраза, собственно. И осталось добавить, что это такое за приемчик. Маленькое барре на третьем ладу. На двух струнах, на первой и на второй. Потом приемом pull on берем ноту ми на второй струне, на пятом ладу, третьим пальцем. И опять берем кварту. Соль, ре, маленькая барре. Маленькая барре.
мы обыгрываем аккорд соль мажор. Чтобы обыграть аккорд до мажор, мы ту же самую аппликатуру играем от 10-го лада. Потом возвращаемся обратно на 5-й лад, на аккорд соль мажор. До-мажорный аккорд можно обыграть в этой же позиции. От 5-го лада, начиная, но придется пару нот поменять, так как изменился лад, в котором мы обыгрываем до-мажорный аккорд. Итак, какие там будут ноты? Соль. Потом от си бемоль мы делаем хаммер на ноту до. Потом соль. Ми на 5-м ладу. Опять соль. Подтяжка на тон, как и в предыдущей фразе. Потом подтяжка на полутон от 5-го лада. Опять возвращаемся на соль. Ми на 5-м ладу. Вся фраза. Еще разок. Это аккорд до-мажор, напоминаю. И остался у нас ре-мажорный аккорд. От 12-го лада мы используем самую первоначальную заготовку, с которой мы начали. И осталось добавить маленькую часть, чтобы заполнить весь квадрат и закончить музыкальное предложение. Значит, берем на 10-м ладу маленькое баре на 2 струны. Потом с помощью приема хаммер, pull on, мы берем такой же барре на 12-м ладу третьим пальцем. И по приглушенным струнам, здесь их чуть-чуть отпускаем, но пальцы с них не убираем. Маленький такой штришок. И после этого на 15-м ладу мизинцем еще одно маленькое барре. И играем его дважды, этот интервал, вниз и вверх. Вот что получается. И последняя часть, вот эта. Как она играется? Здесь делается подтяжка на третьей струне с 14-го лада. А мизинец держит ноту ре на 16-м ладу на второй струне. И эти ноты звучат одновременно. И подтяжка. Вверх. Возвращаем вниз. Сдергиваем третий палец, чтобы у нас прозвучала нота соль на 12-м ладу. И дальше вот такой мелодический ход. От ноты ми бемоль на 4-й струне на 13-м ладу. Играем мы 13-й лад на 4-й струне. Потом 12-й. Возвращаемся на 13-й. И от ноты соль на 3-м уже, не на 3-м, на 12-м ладу. Потом 14-й лад. Потом слайд на 2 лада вверх, на 16-й лад. И вторым пальцем берем на 2-й струне ноту ре на 15-м ладу. Вся фраза звучит вот так. Теперь исполним все это дело под минус в медленном темпе. We'll be right back.
А теперь чуть быстрее. Темп 140 на этот раз. Поехали. Друзья, на сегодня достаточно. Всем спасибо за внимание. Если вы перейдете вот по этой ссылочке в мою группу ВКонтакте Enjoy the Music, то обнаружите там в аудиозаписях минусовки для обыгрывания вот этих вот самых музыкальных фраз в различных темпах. Выберите темп, какой вам будет удобный. Не торопитесь. И потихонечку каждый день на 5 ударчиков, повышая темп, играете вот эту самую музыкальную фразу. На следующем занятии мы разберем уже не одну, а целых две фразы. Вот. Так что, с вами был Тимофей Кирин. До скорых встреч!